Вчера с речью выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Как представитель консервативной партии, ее слова носили почти коммунистический характер. Так Тереза Мэй выступила за права трудящихся и сказала, что ее правительство будет предпринимать все для того, чтобы трудящимся Великобритании жилось и работалось гораздо лучше. Так, например, Тереза Мэй пообещала на законодательном уровне уже в самое ближайшее время ввести отпуск для родителей, которые потеряли своего ребенка, чтобы те могли за этот период обрести душевное равновесие. За какое конкретно время родители, потерявшие ребенка, могут обрести душевное равновесие в Великобритании, Тереза Мэй не уточнила. Также премьер-министр пообещала отпуск трудящимся, которые продолжают учиться, так сказать, отпуск на время учебы. Собственно говоря, то, что существует в трудовом законодательстве Российской Федерации уже давно, в Великобритании появится только в скором времени. Также Тереза Мэй сообщила о том, что она планирует повышать прожиточный минимум в Великобритании, собственно говоря, и минимальную оплату труда, вплоть до 2022 года. В целом, эта новость положительная для работников Великобритании, однако не очень позитивная для мигрантов, которые работают в Великобритании. Также Тереза Мэй порадовала и корпорации, сообщив о том, что будет стараться сохранять налог на прибыль на минимальном уровне. Также глава правительства Великобритании говорила о последствиях выхода страны из ЕС и сообщила о том, что беспокоиться не стоит, и ее правительство обеспечит светлое и стабильное будущее жителей Великобритании. Так законодательство Великобритании будет максимально учитывать законы ЕС, и в целом при взаимодействии компании Великобритании и компании ЕС не должно возникнуть никаких проблем, и все юридические споры будут разрешаться по английскому законодательству, по английскому праву. Также Тереза Мэй подчеркнула, что сохранится экономическая интеграция Евросоюза и Великобритании, поэтому и каких-то торговых барьеров и проблем у корпораций Великобритании возникнуть не должно. В целом Тереза Мэй акцентировала внимание на выборах, которые должны пройти летом 2017 года, и пообещала, что ее партия сделает все для трудящихся Великобритании и корпораций страны.